Меня зовут Сэмюэл Монблан. Как гора в Швейцарии, Монблан. Полковник в отставке. Предупреждаю, если будете называть меня Еблан, мне это будет абсолютно похуй. Я, блядь, глухой, как пизда Бетховена после контузии в Алжире. Бетховен — это композитор. С этого года я здешний новый начальник охраны, и я же преподаю эту, хуя, бля, безопасность жизнедеятельности, БЖД, бля. Сэр, простите. Я буду вас учить, жизнь прожить — это не хуй сосать. Сэр, Монблан, нельзя так ругаться. Я не слышу, гондон, что ты там пиздишь, ты можешь пищать погромче? Командирский голос, его я у вас выработаю в первую очередь, хуеплёты ебучие. Вдруг война, вы не готовы? Надо заранее готовиться. Готовься не летом, а зимой иди нахуй. Сильный голос, сильные ноги, вот что нужно солдату. Волка хуй кормит. Вообще-то волка ноги кормят. Какая в пизду разница? Так, может быть, кто-нибудь хочет уйти? Ну, смелее, кто хочет уйти? А теперь запомните, всем, кто поднял руки, на моих занятиях будет пиздец как хуёво. Ну что ж, приступим. Турнир на троих рассчитан! У нас драконов не хватит! Ваша чаша выбрала хуеплёта ебаного! Или вам на безрыбье и рак хуй! Это происки Эдрингтона! Этот горшок сам ничего не решает! Эдрингтон пацана подставил! Скажи им, что я чашу не заставлял! Что? Скажи это или сдохнешь! Не заставлял. Я тут ни при чём. Вы тут ни при чём. Зачем здесь четвертый участник? Этот ёбар здесь нужен как собаке пятый хуй. Это ж, бля, лентяй, хуесос. Кто не работает, тот идет нахуй. Без труда и хуй не вытащишь из этого, как его, нахуй его, короче. Знаешь, пошел-ка ты сам нахуй, заебал, блядь, дебил пизданутый. Чья бы корова мычала, а твоя бы пошла нахуй. Чаша решила,